Здравствуйте, меня зовут Брайан Доу. Я защитник московского «Локомотива». Для меня только что закончилось приключение чемпионат мира, и я готов к новому вызову сыграть и помочь моей новой команде добиться поставленных целей и задач в чемпионате. Я довольно-таки добрый человек, скромный. Понятное дело, когда я уже чувствую себя в хорошей атмосфере и чувствую себя в своей тарелке, полностью раскрываюсь, люблю шутить, сам воспринимаю шутки в свою сторону очень позитивно на поле. Я противоположность в этом плане, стараюсь быть спокоен и максимально сосредоточен и в этом плане серьезен. Стараюсь подсказывать, конечно, партнерам и слушать их подсказ и, понятное дело, выкладываю всегда на все 100%. Хочу поприветствовать болельщиков «Локомотива». Мне всегда нравилось, как вы поддерживаете свою команду. Увидимся на стадионе. Теперь я с вами.